Эту тему хотел прокомментировать Михаил, потому что кто как не он скажет всю правду, Николай. Михаил, скажи, пожалуйста, как давно и как часто вы выступаете в новой опере? Я его давно не видел. Я не знаю, что, как он живет и что он делает, но я знаю, что его подшили. Я раньше был рокером, носил косуху, слушал Наив и группу Пилот. С годами я понял, что все это чернуха, и в жизни бывает все наоборот. Однажды услышал по радио хит, песню, от которой душа болит. Долго искал и наконец нашел, но мой друг сказал, что Басков козел! Но это неправда, он не козел. Но это неправда, Басков не козел. Басков козел! Он не козел. Но это неправда, Басков не козел. Слушаем хит, от которого снова душа болит. Но тут пьяный папа с ремнем зашел, он, как и все, считает, что но это неправда, он не козел. Но это неправда, Басков не козел. Басков козел! Он не козел, но это неправда. Басков не козел.